Меня зовут Дима, я .NET-разработчик компании LTechSoft, и сегодня я вам расскажу, что такое Umbraco CMS. Для начала, у тех, у кого будут есть проблемы, например, с вот этой надписью, я советую все-таки открыть презентацию в Google Доках, и, в принципе, вы можете посмотреть. Нет желающих? Окей, тогда погнали. Сегодня мы рассмотрим, что такое вообще понятие CMS, почему мы рассматриваем именно Umbraco, как ее использовать, и поговорим о ее небольших недостатках при работе с ней. Итак, что такое CMS? CMS — это аббревиатура Content Management System. То есть, если по-русски, это система управления контента. CMS позволяет вам управлять всем контентом на вашем сайте, используя для этого удобный интерфейс для администратора. В народе CMS еще называют движок, админка или на чем построен сайт. Если описывать работу CMS, то по факту это приложение установлено на сервере, которое имеет доступ к базе данных, и для обычных пользователей оно показывает сайт, а для администрации или контент-менеджеров это удобная админ, как я уже говорил. Что такое Umbraco? Umbraco — это система, которая была разработана датским разработчиком для своих каких-то внутренних проектов. Она основана на стеке технологий .NET и позволяет в полную мощь использовать, так сказать, она не мешает вам использовать все возможности данной платформы. Вот. Она является абсолютно бесплатной и open source. На данный момент она является, она используется во многих сайтах, более 400 тысяч. Это начиная от стартапов и благотворительных организаций до каких-то глобальных брендов, такие как Carlsberg, Costa, Sony, Peugeot, Vogue и тому подобное. Почему Umbraco? Ну, во-первых, это быстрая в настройке CMS. Для того, чтобы ее настроить, вам нужно сделать всего лишь три шага. Первый — это создать пустой ASP.NET проект, поставить туда библиотеку Umbraco и запустить. Все, дальше вас встретит удобный интерфейс, который вас пошагово проведет по настройке. Там надо будет лишь создать пользователя первого, и если у вас есть опыт, это ввести базу данных, если у нас есть. Ну, или она создаст новую, локальную. Вот. Комьюнити. Umbraco насчитывает более 200 тысяч активных пользователей. Это очень добрая и отзывчивая комьюнити. Оно поможет вам найти ответы на любые ваши вопросы, а также даст советы, как можно улучшить, допустим, ваш вопрос. Ну, то есть код, с которым вы пришли на данный форум. Отличительной особенностью Umbraco это является то, что оно выходит за пределы онлайна и проходит, это могут быть местные встречи, фестивали, а также Umbraco проводит ежегодную конференцию, там, где люди обмениваются опытом и предлагают идеи для усовершенствования Umbraco. То есть Umbraco постоянно обновляется. Также у сообщества есть форум, на котором вы можете найти, можете задать вопросы, найти много статей интересных, блогов и также даже помощь в Твиттере. Вот. Организация Umbraco. Umbraco организована в виде древовидной структуры, которая позволяет удобно визуализировать структуру вашего сайта. То есть у каждого сайта должна быть своя root-нода. То есть на данный момент это home. У сайта есть основные разделы. У нас на слайде это продукты, люди, о нас, контакты и так далее. У каждой странички есть свои, так сказать, дети, child-ноды. Что нам это дает? Нам это дает удобно визуализировать все, а также позволяет разработчикам формировать, допустим, иметь доступ к сайту очень удобно. То есть, например, формировать навигационное меню. То есть мы делаем по основным нодам навигационное меню и тем самым можем быстро
переходить по страничкам сайта. Также вы можете показывать child-ноды как древо, а может, оно может быть внутри вшито, то есть это Umbraco позволяет настраивать. Umbraco также предоставляет возможность ограничения пользователей по группам, которые пользуются вашей системой. То есть в Umbraco заложено 5 стандартных, начиная от каких-то копирайтеров, писателей статей и заканчивая какими-то контент-менеджерами или разработчиками. Это позволяет разграничить области использования вашей системы. То есть иногда контент-менеджеру не обязательно смотреть на внутренние какие-то процессы, допустим, как строятся те же самые странички, код, шаблоны и тому подобное. Антон, у Umbraco есть возможность устанавливать как платные, так и бесплатные аддоны, ну или пакеты. На форуме в разделе пакета вы можете найти множество бесплатных пакетов, которые были разработаны другими людьми, и их можно уже использовать. То есть если у вас есть какая-то специфическая или конкретная задача, возможно, это уже было разработано до вас, и вы можете просто это использовать с удобством. И, наверное, ее самое большое преимущество – это то, что она основана на ASP.NET. То есть Umbraco поддерживает MVC, Razor и все плюшки данной технологии. Вот также Umbraco поддерживает использование EIS и SQL сервера. Как же все-таки использовать Umbraco? Начнем, наверное, как контент-менеджер. Заходя в систему, контент-менеджер видит на структуру сайта, которая была показана ранее, возможные действия над страницей, которые доступны. Это начиная от создания странички, удаления и даже создания шаблона. То есть вы заполняете как-то стандартно страничку, создаете из нее шаблон, и следующий контент-менеджер или при создании следующего такого же типа страницы у вас уже будут заполнены какие-то поля, которые можно будет просто отредактировать, ну или оставить как есть. Также хочу обратить ваше внимание на rollback, позволяющий откатывать состояние страницы до определенной даты. То есть если при каком-то какой-то контент-менеджер что-то неправильно ввел, и это надо срочно откатить до предыдущей версии, просто нажимаем rollback, выбираем дату, и страничка у нас подтягивается. Вот. Также это публичный доступ. То есть в Umbraco можно скрывать странички для авторизированных пользователей вашего сайта. Не админки, а именно сайта. Тем самым вы можете делать какой-то определенный контент, который будет доступен, допустим, там для каких-то особых юзеров. Вот. Ну и окно создания или редактирования странички. Это весьма удобное окно, которое отображает то, что содержит страничка. Это интуитивные поля, которые имеют свою валидацию. Это может быть как и категория, как и фото и тому подобное. Она разделена на вкладки для удобного, для того, чтобы вы могли разделить вашу страничку на некоторые какие-то области, которые будет удобно редактировать. Вот. Также есть возможность превью, посмотреть, как будет страничка выглядеть на сайте, не публикуя ее. И возможность опубликовать страничку, или если у контент-менеджера нет доступа, то это просто отправляется на ревью другому контент-менеджеру, который сможет просмотреть то, что вы ввели, и опубликовать лично. Вот так выглядит страничка предпросмотра. Как мы видим, слева у нас есть вкладочки, которые позволяют смотреть на разных устройствах. В данный момент это обычный десктоп.
И как выглядит на мобильном девайсе? Медиафайлы. У Мрака есть такое понятие, как медиа. Это виртуальная файловая система, которая имеет свой тип, медиатайп. Стандартно у Мрака предоставляет три медиатайпа. Это файл, папка и изображение. Медиатайпы — это могут быть все, что угодно. Как и картинка, как уже и я показывал, так и ссылка на видео на сервисе YouTube. Справа окно редактирования медиатайпа, оно имеет какой-то предосмотр, какие-то свои поля, которые можно создавать новые документайпы, медиатайпы, и добавлять туда нужные вам поля. Допустим, редактировать ее ширину или высоту, и что вам нужно будет для, во время работы с файлами. Также, если вам не нравится виртуальная файловая система, вы можете просто использовать файловую систему сервера. И, в принципе, для Умбраки нет ничего такого для сложного для перехода между этим. Но с виртуальной файловой системой вы можете приконнектить ваши медиафайлы к Ажуру. Там даже не надо ничего такого сложного, просто ставится новенький пакетик и устанавливается база данных и доступы к ней. Также в систему предустановлен пакет Image Processor, который позволяет удобно работать с изображениями. Например, если вы когда-нибудь загружали картинки на какой-нибудь веб-сервис, вы, вероятно, могли испытывать сложности с обработкой данных изображений. Допустим, это аватарка вашего сотрудника, которого надо обвернуть в кружочек. Но с центровкой это, конечно, трудновато, то изображение идет влево, вправо. В Умбрака можно загрузить просто файл, фотографию сотрудника, установить центрирование. И шаблоны, которые тоже вы создаете, можно создать, будет показана превьюшка, как оно будет выглядеть. Вот. Очень удобно. Для разработчиков или таких продвинутых пользователей системы Умбрака представляет два раздела, в которых позволяют осуществлять какое-то управление системой. То есть я не буду останавливаться на всех, но так как они не предоставят вам сложности при самостоятельном ознакомлении. Начнем, пожалуй, с самого простого. Это шаблон. Шаблон страницы. Это значит, что это представление вашей страницы. Как она будет, что не будет, как она будет отображаться. То есть так как Умбрака базируется на ASP.NET, это стандартная мастер-пейдж. Если кто-то работал с ASP.NET, у вас вообще будет никаких трудностей для создания шаблона. Если у вас, конечно же, нет опыта, в Умбрака можно построить быстрый шаблон, который будет накиданы обычные какие-то стандартные стили. Но, естественно, чтобы дизайнить, нужно все-таки человека, который имеет хоть какой-то опыт в верстке. Вот. Также эти шаблоны можно строить внутри IDE-шки Visual Studio. Вы можете там открыть, там есть IntelliSense, который поможет вам с модельками, потому что у Мрака, к сожалению, такого нет. То есть это моделька. Кто работал это с ASP.NET, то это, в принципе, я не думаю, что это будет как-то сложно. Простите. Также, так как это все-таки ASP.NET, у каждой странички может быть свой родитель. То есть у нас есть какой-то основная мастер-пейдж, которая идет. Там мы можем вывести навигацию, какие-то отдельные секции, которые будут показаны на всех страничках. И потом это будет child, как сказать, child template, то есть дети, у которых будет какое-то конкретное отображение. Вот. В Умбраке это все видно. И вот. Документайпы. Документайпы — это самое основное, с чего нужно начать, потому что без документайпа вы просто не создадите страничку. Это конструктор странички. Это, если связывать с OOP,
то документ type — это класс вашей страницы, а странички — это экземпляры класса. Вот. Документ type может содержать у себя вкладки. Это то, что мы видели на страничке редактирования контента. Это вот именно вот здесь вот формируются эти вкладки. Также в каждой вкладке могут быть свои поля. И у каждого поля есть свой тип, то есть здесь мы видим слайдер, здесь обычно какое-то поле, ну, возможность добавить свое поле, еще одно. Но самый, наверное, плюс данных документ-тайпов — это то, что вы можете выносить часть функционала на какую-то базовую страничку, ну, то есть конструктор странички. И это может быть полезно, когда, допустим, для какого-то определенного количества страниц необходимы какие-то общие поля. Это, допустим, у каждой странички должен быть заглавие, допустим, или какая-нибудь дата. То есть это все выносится в отдельный, вот как мы здесь видим, base, content base, и потом просто наследуется, и вот он показывается здесь, как то, что оно уже включено, чтобы вам было видно, что у вас уже есть, допустим, какие-то поля. Вот. Для добавления нового поля появляется такое маленькое менюшко, в котором мы вводим имя поля, которое будет видно администратору, некоторое описание. Вот это вот то, что тут плохо видно, но под замочком, это ID-шка, которая будет использоваться разработчиком для показывания контента. Настроить валидацию. Валидация — это стандартная, это обязательно, не обязательное. То есть если администратор не заполнит это и нажмет «Сохранить», то оно, ну, просто не даст сохранить вам данную страничку. И валидация какая-то кастомная, допустим, чтобы в этом поле было только цифры, либо какой-то шаблон ваш кастомный, который вы можете сами создать и здесь просто выбрать. А здесь мы видим, я тут пропустил, также необходимо указать тип поля. Тип поля — это может быть как от обычного текстового поля, текстового инпута, и так и до выбора даты. И от этого типа зависит, как именно будет видеть это поле ваш контент-менеджер. То есть если это будет дата-пикер, date-picker, то у контент-менеджера будет просто, он кликает на это поле, у него показывается календарик, он просто нажимает, и оно записывается. Вот. Также есть возможность создать свои типы полей в инструментах разработчика. У каждого документ-тайпа должен быть, хотя не должен, там можно указывать дефолтный его шаблон или указывать ряд шаблонов, которые могут быть выбраны контент-менеджером уже во время создания странички. То есть это поле создания странички. Вот здесь вот эти вкладки, которые я вам говорил. И вот здесь мы выбираем темплейт. То есть это очень удобно, когда у вас, допустим, очень много статей, но вы хотите их как-то разнообразить, и вот для этого используется какой-то набор шаблонов. Дата тайпа. Дата тайпа — это как раз то, что я говорил, тип поля. Он представляет из себя контрол, который может выбран быть из списка, там он огромный на самом деле. Предоставленный брака там, начиная от каких-то чекбоксов и заканчивая прям вставкой контента. То есть, допустим, вы хотите вставить туда просто ссылку на страничку, и брака предоставляет это. И полей, которые нужно заполнить. В данном случае у нас выбран дропдаун, который, ну, список, который вы здесь заполняете, и это будет ваш какой-то особенный тип. И для этого и у администратора будет просто дропдаун, и там он насылающийся списочек, который вы видите вот здесь. Также Умбрака, она позиционируется как мультиязычная платформа для мультиязычных сайтов. Вот, вы можете создать у вас сайт может быть на несколько языков переведенный, только это, естественно, нужно делать вручную. Вот. Для того, чтобы и для вот этого мультиязычных сайтов у Умбрака есть два инструмента очень удобных. Один — это словарь,
который используется для локализации именно интерфейсной части. То есть это какие-то кнопочки, какие-то статический текст. Вот. Для этого используется словарь. Он представляет из себя просто какая-то нода, которая есть свое название. Вот. Это название необходимо для того, чтобы разработчик мог достучаться до вашего поля, до вашего слова и значение его. Значение можно менять динамически, то есть вы просто вводите, как вам удобно. Если вдруг вы заметили ошибку, а уже сайт наверстан, то есть уже полностью есть весь сайт, и разработчиков команда разошлась, то даже если вы поменяете здесь что-то, оно подтянется само, то есть оно отсюда подтянется. Для локализации самого полностью сайта, всего контента вашего сайта, используются языки. Для этого вам нужно добавить новый язык и создать рут-ноду вашего сайта и полностью как бы создать копию сайта, но на другой язык. Вот. Макрос. Макрос — это полезная штука, когда вам нужно добавить какие-то повторяющиеся блоки на вашем сайте. Допустим, это может быть форма для обратной связи, которая будет использоваться, которую будет вводить пользователь. И вам надо ее разместить, допустим, на нескольких страничках. Создается макрос, он имеет свои какие-то параметры, свои шаблоны и может использоваться контент-менеджерами для того, чтобы делать ваши странички более разнообразными и сложными. Для владельцев сайта или руководства у Umbraki есть инструменты управления пользователями. То есть есть две вкладочки, одна это юзера, другая это участники. Вот юзера — это те, кто использует вашу систему изнутри, то есть это те, которые создают контент и имеют доступ к нему. А участники — это участники обычно вашего сайта, то есть это какие-то участники блога или тому подобное. Вот. Здесь в этом разделе вы можете просматривать весь список пользователей вашей системы. Также можете создавать их. Здесь показано окно при редактировании пользователя, вот, в котором есть какие-то обязательные поля. Вот, допустим, почта, по которой он будет заходить в систему, и язык, который будет локализирован, который Umbraka будет локализирована под этого пользователя. Также здесь можно контролировать, в какую группу он входит, какого доступа, и даже задавать такой параметр, как нода, которую он будет видеть при заходе в систему. Здесь можно его также задизейблить, то есть заблокировать на какое-то время, ну, которое вы здесь сами контролируете, и, ну, или удалить его. Вот. Также, если вы посмотрите там справа, есть вкладочка группы. Это вы здесь можете контролировать все группы, которые есть в вашей системе. Здесь предоставлен краткий обзор этих групп, также какие-то у них параметры, какие-то основные, которые выведены. Вот, и можете их, конечно же, редактировать, нажав просто на группу. В окне редактирования группы вы можете настроить, какие ноды будет видеть, какие разделы будет видеть данная группа. То есть это что будет отображаться вот здесь слева для каждой группы. Также здесь какая стартовая нода, если она не указана, допустим, это именно для группы. Вот, просматривать, какие пользователи уже есть в группе или добавлять. И также, если будете листать ниже, тут есть очень большой список ограничений, которые можно включать или выключать в зависимости от того, какой группы. Это начиная от того, может ли данная группа отправлять на публикацию вашу страницу, и заканчивая даже тем, что может ли данная группа отправлять страничку на перевод. Если у вас есть большая команда с переводчиками совсем. Вот. И еще одна плюшка — это то, что вы можете указывать, какие ноды
будут доступны для данной группы. Это, то есть, это очень удобно, если у вас мультиязычный сайт, и вам нужно, и вы имеете мультиязычную команду, то есть каждая команда работает со своей версией сайта, и, допустим, одной из каждой команде нужно видеть только свой сайт на своем языке, чтобы они друг другу просто не мешали. Вот. Участники. Как я говорил, участники – это именно участники вашего сайта, то есть участники вашего форума, допустим. В данном разделе вы можете посмотреть также весь список. Вообще участник в Умбраке – это отдельный тип, как та же самая страничка или медиатайп, который может содержать в себе какие-то поля для заполнения, какую-то, он может содержать группы, которым он принадлежит, и в принципе вы можете создать какой-то набор участников, допустим, это будет участник каких-то, участник просто, как я говорю, уже блога, или это просто будут какие-то агенты, которые будут тоже иметь доступ к публикации контента из уже из не из Умбраке, именно из административного стороны, а вот именно со стороны вашего сайта. Допустим, заполнить формочку, которая, естественно, будет скрыта для обычных пользователей, и опубликовать тем самым, либо прислать на проверку контент. Вот. Что нам дает вообще участники? Участники, в первую очередь, это ограничение, как я уже рассказывал, каких-то страниц. То есть у меня есть страничка о нас, и я хочу, чтобы ее видели только те пользователи, которые находятся в группе владельцев. Захотелось мне так. Что нужно для этого сделать? Нажать на страничку, естественно, иметь доступ к такой, к такому действию, к публичному доступу. Выбрать тип доступа. Здесь я выбрал по роли. Вот, и указать, какая роль может быть. Также очень важно указать, какая будет страничка для того, чтобы участник авторизировался, и какая будет страничка в случае, если участник авторизировался, но у него нету все-таки доступа к такой страничке. Вот. Когда я работал с данным функционалом, у меня был отдельный identity сервер, который управлял полностью всеми пользователями сайта, и Умбрака знала только о том, какие у нее есть группы, то есть вот эти вот. И когда пользователь заходил допустим, на вот эту вот страничку, которая у нас запрещен доступ к ней, он редиректился на identity сервер, там он авторизировался, возвращался сюда на страничку, и ему уже в зависимости от того, с какой ролью он пришел, ему уже показывалась страничка, ну или нет. Вот. Для владельцев, наверное, будет очень важно, это 301 редирект. Как вы знаете, если вы переименовываете страничку, либо меняете роут странички, вот, то она перестает индексироваться. То есть, если вы поменяете в вашем сайте, допустим, homepage на какую-то другую, то она потеряет свою ссылку, как бы. И когда в следующий раз будет пользователь заходить просто на ваш сайт, допустим, по роуту home, то у него будет выкидываться ошибка 301. У Умбрака есть пакет, который встроенный, и он автоматически управляет этими всеми редиректами. То есть, как только вы переименовали вашу страничку, автоматически создались все ссылки на эти странички. Вот. Причем не только самую одну страничку, а именно всех ее детей. Все вложенности, которые есть в этой страничке, тоже будут автоматически здесь созданы. И вы здесь можете их удалять. Также можно это там вручную добавлять, если у вас есть такая необходимость. Вот. В принципе, очень удобно. Потому что для некоторых сайтов, я знаю, существует... для этого нужны разработчики. То есть, если... Вообще, CMS очень полезно тем, что в идеале... нанимается какая-то, допустим, команда разработчиков, она делает вам сайт, полностью настраивает его под ваши нужды, а вы уже сами управляете контентом без уже помощи разработчиков. Так вот, если вот этой штуки не будет,
то вам придется все это вручную делать. Ну, либо нанимать отдельного разработчика, который будет при каждом вашем запросе. Вот я хотел тут буковку поменять, здесь я нечаянно нажал, и он будет проходиться по каждой этой страничке, и все это будет вручную вводить. Вот. Так, и немножечко слов о плюшках. Пару слов о плюшках, которые есть в Умбраке. Это ее платные контенты. Да, Умбрака представляет платные контенты. Это... сейчас поймете, почему я акцентировал на это внимание. Потому что она предоставляет Umbraka Forms. Это пакет, который позволяет удобно работать с формами обратной связи. То есть теми, что заполняет пользователь вашего сайта. Вот. Она имеет интуитивный интерфейс. Она может она после заполнения формы она может, допустим, отправлять сообщения на вашу почту или же обновлять какие-то сервисы, допустим, подписки или что-то такое. Вот. Внутри системы под каждой формой будут ее, так сказать, ответы, которые можно будет удобненько просматривать. Здесь есть фильтры, вплоть до дат. Также это можно экспортировать на какие-то внешние ресурсы для более такого сложных расчетов, допустим, в Excel-ку, вот, или какие-то гугловские сервисы. Вот. Также Umbraka TV. Это тот форум, на котором платный форум, на котором можно найти очень много туториалов, видеоуроков, вебинаров, семинаров, презентаций, короче, все, чтобы вам, чтобы быстро и понятно. Вот. И о плохом. Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что Umbraka может быть сложная, если вам необходим какой-то кастомный функционал, то есть расширенный, какие-то вы хотите свою бизнес-логику накрутить сверху, то для этого, конечно же, необходимы вам разработчики, вот, которые будут это, у которых будет опыт с ASP.NET-ом. Вот. В Umbraka нет контактных форм из коробки. Как я говорил, там у них есть платный плагин. Но так как она основана на ASP.NET, вам ничего не мешает написать свою логику и просто подкрутить ее к Umbraka с помощью Umbraka API, которая предоставляет доступ ко всему функционалу. Процесс обновления Umbraka — это, ну, такая, для некоторых, возможно, это будет какие-то трудности, потому что в Umbraka нет волшебной кнопочки, по которой вы нажимаете, и у вас обновляется ядро Umbraka, обновляются все ее плагины и тому подобное. Тут приходится, конечно же, ходить по каждому и обновлять. Ну, из опыта скажу, что это не вызывает каких-нибудь сложностей, ну, как для меня, как я разработчик. Вот. Миграция между окружениями, то есть это когда у вас, допустим, имеется два сайта на Umbraka, и вам необходимо передать контент из одного сайта другому, ну либо один сайт для разработчика, второй это ваш продакшн, вот, и вам необходимо перекинуть контент, то с этим тоже есть небольшие проблемы, но в Umbraka есть платный плагин, называется Umbraka Courier, который позволяет там в пару кликов собрать весь контент, все ноды, которые вы укажете, и отправить и на другой сервер, там все это развернуть красивенько и вообще никаких проблем. И цена за хост. Так как это ASP.NET-овское приложение, то бесплатных или каких-то дешевых хостингов вы вряд ли найдете. Если найдете, скажите мне. Вот. Вот. Но из больших плюсов Umbraka очень сильно интегрирована в технологии Azure. То есть публикация приложения на Azure там
в два клика вместе со всей статистикой и со всеми плюшками Azure. Вот. И что мы получаем в итоге? Ну, Umbraco — это сверхгибкая система для создания любых решений. Это может быть какого-то от маленького блога до каких-то enterprise проектов. Также в Umbraco, я бы сказал бы, ее это админка, которую я бы пилил бы для себя. То есть я могу с помощью Umbraco, ну, сделать все, что мне хочется на моем сайте. То есть даже если у вас есть какое-то большое бизнес-решение, которое у вас уже напилено на .NET технологиях, то и вам хочется это все обвернуть в красивую такую оболочку, то вы можете спокойно использовать Umbraco, так как это обычное MVC-приложение, и у вас вообще не будет никаких сложностей. То есть Umbraco позволяет вам делать то, что вам нужно, без каких-либо трудностей. Вот. Ну и ссылки. Ссылки, которые я использовал во время подготовки к презентации. И также некоторые ссылки, которые я использовал во время изучения или работы с Umbraco. Хочу обратить ваше внимание на первую ссылку. Это она будет полезна для тех, кто еще сомневается в Umbraco, но в принципе хотел бы ее поклацать. Но возиться с Visual Studio он не хочет. Да и вообще как бы... такое. Хочу ввести свою почту и получить себе данную CMS. Вот, проходя по первой ссылке, там прямо в первом же поле вводите свою почту. Umbraco сама настроит и захостит приложение на 14 дней, которое можно поклацать. Вот, очень полезное. Полезный опыт для себя. Попробуйте, серьезно. Также хочу выделить канал MVP разработчика Umbraco. Это человек, который непосредственно связан с разработкой. Он показывает там очень много плюшек, которые можно сделать с помощью Umbraco. Вот. Ну и какие-то новости, какие есть, что новенького в новых версиях. И последнее, это для тех, кто действительно усомнился в каких-то там мощи этой системы. Это видео, на котором человек представляет систему 40 разнозагруженных сайтов на одной установке Umbraco, то есть, ну, на одной установке приложения. То есть там колоссальная логика, конечно. Зайдите хотя бы, посмотрите. Если будете просто ходить и проклацать, то там примерно на 25-й минуте оно как раз для вас. Вот, это опять я повторил ссылку на презентацию, если кому-то интересно. И спасибо за внимание и вопросы.